Добрый день, друзья. Программа «Час» с Еленой Гордон и я ее ведущая. Грэм Грин. Кошмарный случай. Рассказ. Джерома вызвали в кабинет директора школы на перемене между вторым и третьим уроками в четверг утром. Мальчик шел без всякого страха, поскольку был смотрителем. Владелец и директор очень дорогой приготовительной школы присваивали это звание наиболее дисциплинированным и особо усердным ученикам младших классов. Потом смотритель мог стать стражем и перед окончанием школы, готовясь поступить в Мальборо или, скажем, в регби, крестоносцем. На лице сидевшего за столом директора, мистера Уордсворта, отражались замешательство и предчувствие дурного. У Джерома, едва он переступил порог, создалось ощущение, что директор чем-то напуган. «Присядь, Джером», — начал мистер Уордсворт. «С тригонометрией у тебя все в порядке?» «Да, сэр». «Мне только что позвонили, Джером. Твоя тетя. Боюсь, у меня плохие новости». «Да, сэр. С твоим отцом случилось несчастье». «Ой». Мистера Уордсворта несколько удивила такая реакция. «Трагически несчастный случай». «Да, сэр». Джером отца боготворил в полном смысле этого слова. Как человек творит себе Бога, так и Джером сотворил отца. Из незнающего покоя, не сидящего на одном месте овдовевшего писателя, превратил его в таинственного авантюриста, вдруг объявлявшегося в далеких краях, в Ницце, в Бейруте, на Майорке, даже на Канарах. К своему 8-му дню рождения Джером не сомневался, что отец или занимается незаконной торговлей оружием, или является агентом британской разведки. И он уже решил, что тот тяжело ранен автоматной очередью. Мистер Уордсворт вертел в руках указку. Похоже, не знал, как продолжить. «Ты знаешь, что твой отец поехал в Неаполь?» «Да, сэр». «Сегодня твоей тете позвонили из больницы». «И что?» Мистер Уордсворт отчаянно выдохнул. «На улице с ним случилось несчастье». «Да, сэр». Джерому представлялось логичным, что происшедшее назвали несчастным случаем. Полиция, разумеется, первой открыла огонь. Его отец мог бы убить человека только при одном условии, если бы ему не оставили другого выхода. «Боюсь, твой отец получил очень серьезные травмы». «Понятно. Точнее, Джером, он умер вчера, не приходя в сознание, не почувствовав боли». «Их пули попали в сердце?» «Не понял. Что ты сказал, Джером?» «Их пули попали в сердце?» «Никто не стрелял в твоего отца, Джером. На него упала свинья». Неожиданно лицо мистера Уордсворта нервно дернулось. На мгновение показалось, что он хочет рассмеяться. Но директор закрыл глаза, плотно сжал губы, а потом быстро продолжил, чтобы отмести все вопросы. «Твой отец шел по улице Неаполя, когда на него упала свинья. Кошмарный случай. Похоже, в бедных кварталах Неаполя свиней держат на балконах. Это находилось на 5-м этаже. Ее слишком раскормили. Балкон не выдержал. Свинья упала на твоего отца». Мистер Уордсворт резко поднялся из-за стола, отошел к окну, встал спиной к Джерому. Его плечи сотрясались от нахлынувших чувств. «Что случилось со свиньей?» — спросил Джером. Вопрос этот не свидетельствовал о черствости Джерома, хотя именно так истолковал его мистер Уордсворт, рассказывая коллегам о разговоре с мальчиком. Он даже высказал предположение, что Джерома следует лишить звания смотрителя. Просто Джером пытался представить себе эту неординарную ситуацию во всех подробностях. Джером не относился к плаксам, слезам предпочитал размышления, и во время учебы в приготовительной школе ему не приходила в голову мысль о том, что обстоятельства смерти его отца комичны. Они оставались частью таинства жизни –
Лишь позднее, в первом классе частной средней школы, рассказав о смерти отца своему лучшему другу, он начал осознавать, какое воздействие оказывает эта история на других. Естественно, после того, как в школе стало известно, что послужило причиной смерти отца Джерома, его, вопреки логике, отныне звали не иначе, как свинья. К сожалению, у его тети чувство юмора отсутствовало напрочь. На пианино стояла увеличенная фотография отца Джерома, крупного мужчины с грустным лицом, в неуместном на капре темном костюме, с зонтиком, чтобы не получить солнечный удар, на фоне скал Фараллионы. К 16 годам Джером уже хорошо понимал, что на фотографии запечатлен, скорее всего, автор книг «Солнечный свет и тень» и «Прогулки по Балеарским островам», нежели агент британской разведки. При этом он бережно хранил в память об отце альбом с почтовыми открытками. Марки он давно отклеил для другой своей коллекции, и ему очень не нравилось, когда тетя делилась с незнакомыми людьми подробностями смерти отца. «Кошмарный случай», – начинала она, и незнакомец или незнакомка пытались выразить подобающие случаю интерес и сочувствие. Слушатели, само собой разумеется, были неискренни, но у Джерома щемило сердце, когда он видел, как внезапно, по ходу сбивчивого тетушкиного рассказа, их интерес становился подлинным. «Я представить себе не могу, что такое разрешено в цивилизованной стране», – говорила тетя. «Полагаю, следует относить Италию к странам цивилизованным. Конечно, за границей нужно быть готовым к любым неожиданностям, но мой брат был опытным путешественником. Всегда брал с собой фильтр для воды. Это дешевле, знаете ли, чем покупать бутылки минеральной воды. Мой брат говорил, что благодаря фильтру вино к обеду обходится ему бесплатно. Сами видите, как серьезно он подходил к подготовке своих поездок. Но кто мог предположить, что свинья свалится ему на голову, когда он пойдет по улице доктора Мануэла Пануччи, направляясь в гидрографический музей?» И тут интерес слушателей становился неподдельным. Отец Джерома не был знаменитостью, но почти всегда наступает момент, обычно после смерти писателя, когда кто-то приходит к выводу, что имеет смысл увековечить его имя в истории, и направляет письмо в Times Literary Supplement, объявляя, что работает над биографией покойного и просит родственников и друзей разрешить ознакомиться с письмами и документами покойного и рассказать истории из его жизни. Большинство из заявленных биографий, понятное дело, так и не появляются на книжном прилавке. И поневоле возникает вопрос, уж не является ли подобная затея скрытой формой шантажа и надежным способом для потенциального автора биографии получить необходимые средства для завершения образования в Канзасе или Ноттингеме. Джером, однако, став дипломированным бухгалтером, жил вдали от литературного мира. Он понимал, что ему почти ничто не угрожает. А кроме того, после смерти отца прошло уже слишком много времени. Едва ли бы кто-то надумал заняться его жизнеописанием. Хоть и не часто, но он время от времени возвращался к обстоятельствам смерти отца, пытаясь свести к минимуму комизм происшествия. Отказывать биографу в подробностях было бессмысленно, ибо в этом случае, несомненно, тот направился бы к тетушке, а она, несмотря на преклонный возраст, сохраняла ясный ум и отменную память. Из всех возможных вариантов Джером остановился на двух. Первый состоял в том, чтобы медленно, с многочисленными подробностями, подвести слушателя к печальному происшествию. Таким образом, смерть отца становилась самой неинтересной частью повествования, его антикульминацией. Неожиданный поворот. Вот что главным образом вызывает смех, когда рассказывают подобные истории. Когда Джером репетировал этот вариант, ему самому становилось скучно. Вы знаете, в Неаполе высокие многоквартирные дома. К
Кто-то говорил мне, что в Нью-Йорке неаполитанцы всегда чувствуют себя как дома, точно так же, как уроженцы Турина в Лондоне, потому что в обоих городах имеются почти одинаковые реки. Так о чем это я? Ах да, о Неаполе. Вы бы удивились, узнав, что держат у себя на балконах люди, живущие в бедных кварталах. Даже не старый хлам, не подушки с одеялами, а всякую живность – кур, коз, даже свиней. Разумеется, свинья, у которой нет возможности бегать, даже ходить, быстрее набирает вес. Тут Джером представлял себе мутные от тоски глаза слушателя. Не знаю, как вы, а я вот понятия не имею, сколько может весить свинья. Но эти старые здания давно требуют ремонта. Балкон на пятом этаже обвалился под весом одной из таких вот свиней. Задело балкон третьего этажа и изменил траекторию. Мой отец направлялся в гидрографический музей, когда свинья рухнула на него. Падая с большой высоты, она набрала приличную скорость и сломала ему шею. Это была действительно мастерская попытка превратить забавное происшествие в нудное повествование. Второй вариант, который также репетировал Джером, отличался краткостью. «Моего отца убила свинья». «Неужели? В Индии?» «Нет, в Италии». «Как интересно! Я и представить себе не мог, что в Италии охотятся на кабанов с копьем. Ваш отец увлекался поло?» В достойном возрасте, не слишком рано и не слишком поздно, будучи дипломированным бухгалтером, Джером изучал статистику, отдавал предпочтение среднему арифметическому и старался воздерживаться от крайностей. Он собрался жениться на милой 25-летней девушке, отец которой был доктором в Пинере. Звали ее Салли. Из всех писателей она отдавала явное предпочтение Хью Олполу и обожала детей с тех пор, как в 5 лет получила в подарок куклу, которая вращала глазками и писала. В их отношениях не было страстной влюбленности. Скорее, они просто устраивали друг друга. Оно и понятно. Бухгалтер никогда не решился бы на бурный роман, ведь он мог отразиться на его общении с числами. Одно, впрочем, беспокоило Джерома. Теперь, когда в течение ближайшего года он сам мог стать отцом, его любовь к покойному родителю только возросла. Он понял, как много значат для него те старые почтовые открытки. Он так хотел сберечь память об отце, но у него не было уверенности, что его спокойная любовь не обратится в прах, если Салли окажется столь бесчувственной и рассмеется, услышав трагическую семейную историю. Несколько раз он порывался все и рассказать, тем более что Салли по понятным причинам настойчиво его расспрашивала. «Ты был совсем маленьким, когда умер твой отец?» «Мне было 9». «Бедняжка! Я учился в школе. Мне сообщил об этом директор». «Ты очень горевал?» «Не могу вспомнить». «Ты никогда не рассказывал мне, как это произошло?» «Внезапно. Несчастный случай на улице». «Ты никогда не будешь превышать скорость, не так ли, Джемми?» Она уже начала звать его Джемми. Теперь он не мог воспользоваться вторым вариантом, который называл «охотой на кабанов». Они решили пожениться скромно, оформив свои отношения в отделе регистрации и на медовый месяц поехать в Торки. Джером никак не мог собраться с духом и решился познакомить свою невесту с тетей лишь за неделю до свадьбы. Когда этот день пришел, он уже перестал понимать, чего ему хочется больше – сохранить уважение к памяти отца или безопасности будущей семейной жизни. Момент истины наступил очень быстро. «Это отец Джемми?» – спросила Салли, взяв с пианино фотографию мужчины с зонтиком. «Да, дорогая». «Как ты догадалась? У него глаза и брови Джемми, не так ли? Джером показывал тебе его книги?» «Нет. Я подарю тебе их на свадьбу. Он так интересно описывал свои путешествия. Моя любимая
бухточки и укромные уголки. Его ждало великое будущее, если бы его жизнь не оборвал этот кошмарный случай. Правда? Джерому захотелось немедленно выйти из комнаты, чтобы не видеть, как исказится милое личико Салли, когда она будет безуспешно пытаться сдержать смех. После того, как на него упала свинья, я получила множество писем от его читателей. На этом тетушка никогда не останавливалась. И тут произошло чудо. Салли не рассмеялась. Пока тетушка говорила, Салли сидела с округлившимися от ужаса глазами, а в конце воскликнула: «Какой кошмар! Это заставляет задуматься о вечном, ведь правда? Чтобы такое могло случиться? Спокойно идешь по улице, и на тебе!» Сердце Джерома пело от счастья. Страхи, мучившие его, рассеялись, как дым. В такси он поцеловал Салли с куда большей страстью, чем прежде, и она ответила на его поцелуй. В ее синих глазах замелькали младенцы, которые закатывали глаза и делали пи-пи. «Осталась одна неделя», — выдохнул Джером, и она сжала его руку. «О чем задумалась, дорогая? Слушай, а что сталось с бедной свиньей? Ее наверняка съели на обед», — радостно ответил Джером и вновь потянулся к губам невесты. Грэм Грин. «Двое милых людей». Рассказ. Они долго сидели на скамейке в парке Монсо, не пытаясь заговорить друг с другом. Этот день в начале лета выдался теплым, и легкий ветерок гнал белые облачка. Уже почти замерло последнее дуновение, а небо очистилось до совершенной синевы, но тут солнце торопливо скрылось за горизонтом. В такой день люди помоложе могли случайно встретиться или назначить тайное свидание, скрывшись за сплошной стеной детских колясок, где их могли увидеть только малыши да их няни. Но те двое уже прожили немало лет и уже не питали никаких иллюзий, зная, что молодость давно миновала, хотя мужчина, носивший как символ добропорядочности шелковистые седые усы, выглядел лучше, чем ему казалось, а женщина в жизни была куда интереснее, чем в зеркале. Их объединяли скромность и разочарование в жизни, и выглядели они как супруги, которые с годами становятся похожи, пусть и сидели по краям лавочки, разделенные 5 футами металла, окрашенного в зеленый цвет. У их ног суетились голуби, напоминавшие серые теннисные мячики. Изредка оба поглядывали на часы и ни разу не посмотрели друг на друга. Для обоих период покоя и умиротворенности имел строгие пределы. У мужчины высокого и худого было тонкое чувственное лицо. Это клише очень ему подходило. Вполне симпатичное, но обычное, каких много. Мужчины с некрупными чертами лица зачастую не отличаются богатым воображением, зато от них не следует ждать неприятных сюрпризов. Он прихватил на прогулку зонтик, что свидетельствовало о предусмотрительности. А что касается женщины, то прежде всего бросались в глаза длинные, красивые, но совершенно не пробуждающие чувственность ноги, словно с парадного портрета. Судя по выражению глаз, этот летний день казался женщине грустным, но при этом ей не хотелось повиноваться приказу часов и возвращаться куда-то под крышу. Они оба никогда бы не заговорили друг с другом, если бы мимо не прошли два подростка. У одного на плече орал транзисторный приемник. Другой все норовил пнуть ногой важно прогуливавшихся по дорожке и занятых своими делами голубей. После очередной попытки ему удалось таки поразить цель, и оба удалились с радостным гоготом, оставив птицу биться о гравий. Мужчина поднялся.
держа зонтик, как плеть. «Отвратительные маленькие негодяи!» — воскликнул он. Фраза эта, благодаря чуть заметной американской интонации, звучала бы более естественно в эпоху короля Эдуарда. Ее наверняка использовал бы Генри Джеймс. «Бедная пташка!» — вздохнула женщина. Голубь бился на дорожке, отбрасывая мелкие камушки. Одно крыло висело. Лапка, видимо, тоже была сломана, поэтому птица кружилась на месте, не в силах подняться. Остальные голуби разбрелись, выискивая крошки и не проявляя ни малейшего интереса к раненому. «Не могли бы вы на минутку отвернуться?» Мужчина положил зонтик на скамью, быстро подошел к трепыхающейся птице. Одним движением свернул ей шею так, будто обладал в этом деле немалым опытом. Огляделся в поисках урны, нашел ее и бросил туда мертвого голубя. По-другому было нельзя. В его голосе, когда он вернулся к скамье, слышались извиняющиеся нотки. «Я бы не смогла этого сделать», — ответила женщина, тщательно выстраивая фразу на иностранном языке. «Отнимать жизнь — наша привилегия», — произнес он насмешливо, без всякой гордости. Когда он сел, расстояние между ними заметно сократилось. Теперь они могли, не напрягая голоса, говорить о погоде, о первом по-настоящему летнем дне. Последняя неделя выдалась не по сезону холодной, и даже сегодня... Он извинился за свой французский, восхитился ее английским, но она заверила его, что врожденные способности тут ни при чем, просто она заканчивала английскую школу в Маргейте. Это морской курорт, не так ли? «Только море всегда казалось мне серым», — ответила она, и какое-то время оба молчали, погруженные в свои мысли. Потом, должно быть, подумав о мертвом голубе, она спросила, служил ли он в армии. «Нет, мне было за 40, когда началась война. По поручению правительства я служил в Индии. Я влюбился в эту страну». И он начал описывать ей Агру, Лахнау, Старые Дели. Его глаза разгорелись от воспоминаний. Новый Дели ему не нравился. Эту часть города строил англичанин. Как же его фамилия? Ну да ладно. Новый Дели чем-то похож на Вашингтон. Так вы не любите Вашингтон? По правде говоря, я не в восторге от своей страны. Видите ли, я люблю старину. И в Индии, вы не поверите, чувствовал себя как дома, даже с англичанами. И то же самое ощущаю во Франции. Мой дедушка был английским консулом в Ницце. Тогда английская аллея была совсем новая, — улыбнулась она. Да, теперь она состарилась. А вот то, что строим мы, американцы, со временем не становится прекраснее. Крайслер Билдинг, отели Хилтон. Вы женаты? — спросила она. Он на мгновение запнулся, прежде чем ответить «да», словно не хотел никаких недомолвок. Протянул руку и взялся за зонтик, который, похоже, придал ему уверенности в столь необычной ситуации, за душевном разговоре с совершенно незнакомым человеком. Мне не следовало задавать этот вопрос. Она по-прежнему старалась правильно строить фразы. «Почему нет?» — попытался он загладить ее неловкость. «Меня заинтересовал ваш рассказ», — она вновь улыбнулась. «Вот вопрос и вырвался. Неожиданный. А вы замужем?» — спросил он лишь для того, чтобы снять напряженность, поскольку видел кольцо. «Да». К этому времени они уже достаточно много узнали друг о друге, и он почувствовал, что пора знакомиться. «Моя фамилия Грифс. Генри Грифс. А я Мари Клер. Мари Клер Дюваль». «Прекрасный выдался день», — заметил Грифс. «Но с заходом солнца становится прохладно». В его голосе чувствовалось сожаление. «У вас прекрасный зонтик». Она говорила чистую правду. Золотой ремешок привлекал внимание, и даже на расстоянии легко читалась монограмма, переплетенные H и G, а может не G, а C. «Подарок», — сообщил он без малейшего удовольствия. «Меня восхитила ваша решительность. Вы так быстро все это проделали с голубем?»
а я вот такая трусиха». «Я совершенно уверен, что это неправда», — добродушно возразил он. «О нет, правда. Только в том смысле, что мы все иногда ведем себя трусливо». «Вы нет», — твердо заявила она, вспомнив голубя. «К сожалению, я тоже», — он покачал головой. «Причем значительную часть своей жизни». Он уже собрался признаться в чем-то очень личном, но тут Мари Клер схватила его за полу пиджака и в прямом смысле оттащила подальше от признания. Схватила, воскликнув: «Вы где-то испачкались свежей краской». Уловка принесла результат. Он стал озабоченно разглядывать свою одежду и ее, щупать скамью, но вскоре оба сделали вывод, что источник загрязнения следует искать в другом месте. «Должно быть, я испачкал пиджак дома на лестнице», — сказал он. «У вас здесь дом?» «Нет, квартира на четвертом этаже». «С лифтом?» «К сожалению, нет. Это очень старый дом в 17-м округе». Дверь в его неведомую ей жизнь приоткрылась, оставив маленькую щелочку, и Мари Клер захотелось дать ему что-то взамен, но не очень много. Она боялась перейти грань, у нее могла закружиться голова. «А моя квартира слишком уж новая. В 8-м округе. Двери открываются автоматически. К ним даже не нужно прикасаться, как в аэропорту». Мощный поток откровений подхватил их и понес. Он узнал, что она всегда покупает сыр в магазине на площади Мадлен, достаточно далеко от ее 8-го округа, и однажды была вознаграждена за свое постоянство. Рядом с ней выбирала Бри, сама тетушка Ивон, супруга генерала де Голля. А Грифс, напротив, всегда покупал сыр рядом с домом, на улице Таквиль. «Вы сами?» «Да. По магазинам хожу я». В голосе вдруг зазвучали резкие нотки. «Что-то похолодало. Думаю, нам пора идти». «Вы часто приходите в парк?» — спросил он. «Я здесь в первый раз». «Какое странное совпадение. Я тоже здесь впервые, хотя живу поблизости. А я далеко». Они взволнованно переглянулись, осознавая, сколь неисповедимы пути Господни. «Позвольте выразить надежду, что вы сможете пообедать со мной». Волнение заставило ее перейти на французский. «Я-то свободна, но вы, ваша жена, она обедает в другом месте. А ваш муж? Он не вернется раньше 11. Грифс предложил пойти в пивной ресторан «Лотарингия» в нескольких минутах пешком от парка Мунсо, и она обрадовалась, что он не остановил свой выбор на более популярном или роскошном заведении. Старомодная солидность Лотарингии придала ей уверенности, и хотя она не отличалась хорошим аппетитом, ей нравилось наблюдать, как посетители стройными рядами подходят к тележке с квашеной капустой. Меню оказалось достаточно длинным, чтобы дать им время освоиться в новой, пугающей атмосфере близости. После того, как официант, приняв заказ, удалился, они заговорили разом. «Я и представить себе не могла. Как же порой забавно поворачивается жизнь», — добавил он. Неожиданно для него самого это прозвучало слишком торжественно. «Расскажите мне о вашем деде, консуле. Я его никогда не видел». На диванчике ресторана разговор складывался труднее, чем на скамейке в парке. «А почему ваш отец уехал в Америку?» «Наверное, дала о себе знать мятежная душа. Уехал в поисках приключений. Полагаю, по той же причине я вернулся в Европу. В дни молодости моего отца Америку не олицетворяли Кока-Кола и Time Life. А вы нашли приключения, за которыми приехали?» «Ой, простите, это глупый вопрос. Разумеется, вы женились здесь?» «Я привез жену с собой. Бедная Пейшенс». «Бедная? Она так любит Кока-Колу. Ее можно купить и здесь», — заметила она, подчеркнуто простодушно. «Да». Подошел сомелье, и Грифс заказал сансер. «Надеюсь, вы не возражаете? Я совершенно не разбираюсь в винах. Я думал, во Франции».
Мы оставляем это нашим мужьям. Теперь он, в свою очередь, почувствовал легкую обиду. На диванчике рядом с женой появился муж, но принесли морской язык, и это позволило им прервать разговор. Однако молчание их не спасло. Призраки могли воспользоваться затянувшейся паузой и остаться насовсем, и тогда женщина решилась его прервать. «У вас есть дети?» – спросила она. «Нет». «А у вас?» «Нет». «Вы сожалеете?» «Полагаю, всегда сожалеешь о том, что упустил. Я, по крайней мере, рад, что не упустил вас в парке Монсо», — признался Грифс. «Да, я тоже рада, что так вышло», — ответила Мари Клер. Теперь молчание уже не раздражало их, а успокаивало. Призраки ретировались и оставили их вдвоем. Один раз пальцы мужчины и женщины соприкоснулись над сахарницей. Оба взяли на десерт клубнику. Им больше не хотелось задавать вопросы. Похоже, они уже знали друг друга лучше, чем кого бы то ни было. Чем-то они напоминали счастливую семейную пару. Этап открытий позади. Проверка на ревность тоже. Они обрели спокойствие среднего возраста. Единственными врагами оставались время и смерть, а кофе послужил предупреждением о приближающейся старости. После, за коньяком, они делали вид, что им весело, но без особого успеха, будто за эти несколько часов они прожили целую жизнь. «Он напоминает могильщика», — охарактеризовал Грифс, прошедшего мимо их столика старшего официанта. «Да», — согласилась она. Грифс заплатил по счету, и они вышли из ресторана, чувствуя себя слишком расслабленными, чтобы бороться с предсмертной агонией. «Можно я провожу вас домой?» — спросил он. «Лучше не надо. Правда, не надо. Вы ведь живете совсем рядом. Мы можем еще выпить на террасе. Наверное, не стоит. Прекрасный был вечер. Ты очень милый». Только тут она заметила, что обратилась к нему на «ты», но понадеялась, что он недостаточно хорошо знает французский, чтобы обратить на это внимание. Они не обменялись ни адресами, ни телефонами, потому что ни один не решился заикнуться об этом. Для обоих эта встреча произошла слишком поздно. Он посадил ее в такси, и она уехала в сторону ярко освещенной Триумфальной арки, а он медленным шагом направился к своему дому на улице Жуфруа. То, что в молодости назвали бы малодушием, в старости именуют мудростью. Но как же иной раз приходится стыдиться этой мудрости? Мари Клер прошла сквозь автоматически открывшиеся двери, и, как всегда, у нее мелькнула мысль об аэропорте и бегстве. На шестом этаже переступила порог квартиры. Абстрактное полотно в резких алых и желтых тонах висело напротив двери и встретило ее как незнакомку. Стараясь не шуметь, она проскользнула в свою комнату, заперла дверь на ключ, села на узкую кровать. За стеной слышался голос и смех мужа. Она спросила себя, кто у него сегодня, Тони или Франсуа. Франсуа написал ту абстрактную картину в прихожей, а Тони танцевал в балете и всегда хвастал, особенно перед незнакомыми людьми, что именно он служил моделью для каменного фаллоса с нарисованными глазами, который занимал почетное место в гостиной. Она начала раздеваться, и под звуки доносящихся из соседней комнаты голосов перед ее мысленным взором мелькнули скамья в парке Монсо, тележка с квашеной капустой в баре Лотарингия. Если бы ее муж услышал, что она вернулась, то сразу приступил бы к делу. Присутствие свидетеля его возбуждало. «Пьер, Пьер!» — с упреком произнес его голос. Это имя она слышала впервые. Она растопырила пальцы, чтобы снять кольца. Вспомнила о сахарнице. Но вскрики и смешки за стеной превратили сахарницу в фаллос с нарисованными глазами.
Она легла и залепила уши кусочками воска. Закрыла глаза и подумала, что все могло бы быть иначе. Если бы 15 лет назад она оказалась на скамье в парке Монсо и увидела, как мужчина из жалости убивает голубя. «Я чувствую, от тебя пахнет женщиной», — с удовольствием изрекла Пейшенс Грифс. Она сидела на кровати, опираясь спиной о две подушки. Та, что спереди, была во многих местах прожжена сигаретой. «О, нет, это твое воображение, дорогая. Ты говорил, что будешь дома к 10. Сейчас только 11:20. Ты был на улице Дуэ, не так ли? В одном из баров. Высматривал девочку. Я посидел в парке Монсо, а потом пообедал в Лотарингии. Дать тебе капли. Ты хочешь, чтобы я заснула и ничего не ждала, не так ли? Ты уже слишком стар, чтобы проделывать это дважды за вечер». Он накапал в стаканчик капель, добавил воды из графина, который стоял на столике между двумя кроватями. Когда Пейшенс пребывала в таком настроении, любые его слова были бы истолкованы превратно. «Бедная Пейшенс», — думал он, поднося стакан к ее лицу, обрамленному рыжими кудряшками. «Как она тоскует по Америке! До сих пор не верит, что Кока-Кола здесь точно такая же». К счастью, этот вечер обещал быть не самым худшим, потому что она, более не споря, выпила капли. Он же сел рядом, вспоминая улицу у бара, где к нему совершенно случайно, он не сомневался, обратились на «ты». «О чем ты думаешь?» — спросила Пейшенс. «Ты все еще на улице Дуэ?» «Я думаю, что все могло бы быть иначе». И это был самый громкий протест против прожитой жизни, который он когда-либо себе позволял.